Всем привет, вы на канале Никита ТВ Геймс. Мы, ребята, сегодня играем в Hills of Steel первую часть, поэтому перед просмотром ролика обязательно поставьте палец вверх. Мы сегодня с вами попробуем открыть легендарного танчика Конговца. А для этого нам, ребята, нужно либо потратить 1500 самоцветов, у меня столько нет, либо пытаться это открывать легендарные сундуки, где только в легендарном сундуке может выпасть легендарный танчик. Стоит легендарный сундук 480 самоцветов. У меня тоже, ребята, самоцветов не хватает. Поэтому будем с вами играть серию побед. 50 серий побед сделаем. Там вроде как нам должен будет прилететь легендарный сундучок. Я, ребята, выбираю арахнида. Вроде как на паучке само нормально проходить. Ой-ой-ой-ой. Так, аккуратно. Вот так восстановимся. Фу, могли проиграть. Так, смотрим, как, сколько мне там... Ага, у меня, ребята, 21-я победная серия. Будем постепенно идти к легендарному сундуку. Я должен по-любому, я думаю, он должен по-любому появиться. И попутно будем какие-нибудь еще эпические сундуки выбивать. Плюс самоцветы собирать. Так, ребята, опасно. Фу, мы могли только что проиграть. Повезло. Если бы этот танчик не завалился... Нам было бы очень несладко. Опасно, ребята, опасно. Так, титан. Только не титан. Не люблю этот танк я. Главное не попасться. Не попасть в западню. Так, все, я не хочу, ребята, дальше идти. Сбрасываем. Ух, он в меня попал. Вы видели это? Все, его только вот подкидывать надо. Ой-ой-ой-ой. Мне чуть-чуть оставалось. Отлично, ребята. Мы еще 10 самоцветов заряжаем, но нам этого явно недостаточно. Нам этого мало. Идем дальше. Что нам, интересно, дадут за следующую победную серию? Сколько там надо? 30 побед? Я так понимаю, каждые 5 побед нам что-то прилетает, какие-то бонусы. Так, все, не хочу я туда идти. Сейчас там Тесла начнет шпулять своим током. Так, издалека, ребята. Издалека станем. И Теслочку добиваем. Ух ты, она подлечилась. Но ей это не помогло. Смотрим. А, дальше у нас 1500 монеток. Так, ребята, смотрите, уникальное предложение. Предложение $41.73 за конговца и плюс 400 самоцветов. Нет, ребята, это очень дорого. Не знаю, почему разработчики сделали такие расценки. Так, ребята, я против башни. По-моему, против башни никогда еще не играл. Давайте сейчас наваляем этой башне. Начнем с авиаудара. Вроде бы попали. Ну, башни легко. Ее легко зацеплять. Слишком высокий танчик. Самое удивительное, что мне ни разу не встречался, ребята, Конг. Напишите в комментах, кто сражался против конговцев. Не знаю, почему-то этот танчик не выпадает. Да, в принципе, и Скорпион, только, ребята, пару раз. Это пару разиков был. Ой-ой-ой-ой. Все нормально, проехали. Прошли мы 30-ю уже серию. И еще 20, ребята. 20 раз, как минимум, нам нужно будет победить. Кто там дальше? Какой следующий танчик? Маленький Джокер. Хотя, знаете, эти маленькие танчики. Маленькие, как говорится, да удаленькие. Где-то бы нам встать. Он проехал. Он проехал. Мой авиаудар. Ну, видно, что он послабее, ребята. Послабее танчик. Так, дальше нам дадут эпический сундук. 6 побед делаем и открываем эпический сундучок. Давайте нам конговца. О, нет. Титан. Опасный танчик. Черный титан. У меня арахнид тоже черного цвета. Начинаем с авиаудара. И дальше, ребята, подходим. Будем просто по гусеницам шмалять. Фух, хорошо, что он на меня не поехал. Кстати, ребята, и с баллистой тоже очень редко я играю. Почему-то Скорпион, баллиста, башня, ну и конговец. Такие редкие танчики. Практически не встречаются. Ух ты, какая Катюша, ребята, агрессивная, смотрите. Так, фух. Еле ее откинул. Так, пускай заезжает сюда. Где она там?
А вот он едет, едет, едет. Фу, отлично. 36-я победа. Эпический сундучок открываем, посмотрим. Так, хорошо, для башни, ребята. Для башни хоть немного выпало что-то. И идем дальше, посмотрим, что нам дадут сейчас, наверное, за 40-ю серию. Так, опять Титан. 40 побед, ребята. Или 41 победа. Так, все, стоим здесь, далеко не уезжаем. Промазали. Нет, немного попали. Так, все, сразу мы по гусеницам. Фу, хорошо. 10, ребята, 10 самоцветов. 43 победы нам нужно. Только что, ребята, меня два раза вынесли. Пришлось потратить немного самоцветов, чтобы не потерять эту победную серию. Вот так бывает. Так, опасно. Опасно, ребята. Катюша что-то творит невероятное. Ё-моё. Она еще и подлечилась. Ну что, попадем? Фу, сбили ее. 10 самоцветов. 10 самоцветов, ребята, получили. Так, 7 побед. 7 побед, но сейчас посмотрим. Дальше будет легендарный сундук или нет. Плюс нам подкидывают Титана. Так, нам как-то добраться до него. Хорошо, мы его перевернули. Нет, не перевернули, ребята. Быстро, 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 быстро. Фу, а могли проиграть? Нет, ребята. Смотрите. 50-я победа. Это только эпический сундучок. Увы, легендарочка не выпадает. Итак, ребята, последний бой. И тогда у нас будет 50 побед. Нам дают эпический сундук, увы, но не легендарный. Нам надо только вынести Джокера. Такой маленький, малюсенький танчик. Я думаю, мы на порядок сильнее его. 50, ребята, 50 побед. И мы получаем эпический сундучок. Странно, почему не легендарный? Так, хорошо, еще 3 самоцвета нам капает. Ну давайте ради интереса посмотрим, что дальше будет. Будет ли 51-я серия побед или все обнулится? Так, мы начинаем со жнеца. Сейчас попробуем его быстро раскатать. Хорошо, попали. Немного. Ух ты, ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, что он творит, ребята. И есть. Так, ребята, 51-я победа. 60 побед, опять будет эпический сундук. Ну что, не знаю, продолжим уже, наверное, в следующих видосиках. И, быть может, мы так постепенно дойдем до легенды. Ну что, на этом все. Пишите в комментариях, какая победная серия была у вас. И выпадали ли вам легендарные сундучки. Продолжим играть в Hills of Steels. И я думаю, скоро мы уже в основном аккаунте с вами откроем такой вот конговец. Новый легендарный танчик. На этом все. До скорого. Пока-пока.